28 сентября в Гомеле на улице 2 Колхозная горело два легковых автомобиля. В результате пожара повреждены салон, моторные отсеки и кузов «Шевроле Орландо» и лакокрасочное покрытие, передний бампер «Ниссан Альмера». Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. МЧС напоминает, проверяйте состояние электропроводки в автомобиле. При наличии неисправности не стоит ремонтировать самостоятельно. Доверьте это дело профессионалам. Также не забывайте про наличие огнетушителя в автомобиле. В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. 28 сентября ночью на улице Маневича загорелся железобетонный ларек «Табакерка». В результате пожара повреждена продукция, закоптились стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. МЧС напоминает, в случае пожара не паникуйте. Вызовите спасателей по телефонам 101 или 112. 2 октября ночью в Гомеле на улице Барыкина загорелся автомобиль «Газель». В результате пожара автомобиль был уничтожен. Пострадавших нет. Рассматриваются две причины возникновения пожара – поджог и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. МЧС напоминает, если необходима помощь спасателей, позвоните по телефонам 101 или 112. За прошедшую неделю в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по УЧС поступило более 30 сообщений с просьбой оказать помощь в организации дезинсекции гнезд с осами. МЧС напоминает, если вы обнаружили гнездо ос в доме и вашей жизни и здоровью ваших детей угрожает опасность, сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Убрать гнездо можно самостоятельно. Операцию по уничтожению необходимо выполнять после захода солнца, когда максимальное количество жалящих насекомых находится внутри. Необходимо надеть плотную одежду, не допустив оставления открытых участков на теле. Затем аккуратно надеть плотный мешок на гнездо и при помощи, например, ножа, отделить гнездо от поверхности, к которой оно прикреплено, завязав верх мешка. Дальнейший способ уничтожения гнезда – сжечь, закопать или залить кипятком на ваше усмотрение. За подробной консультацией также можно обратиться по телефонам 101 или 112.